Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня мы отправимся с вами в очень красивый городочек на севере Италии, в Лигурии, и называется он Камолли. Название Камолли происходит от фразы «casa dei Molli», то есть «дом жен». Город Камолли также называют «città тысячи белых парусников», «la città dei mille bianchi velieri». Город Камолли не всегда был таким красивым и широким, как сейчас. Постепенно, когда проходили года, начали сносить дома, чтобы сделать центральную площадь Камолли. А также вы увидите, что дома сверху, есть такие пристройки. И их пристраивали рыбаки, если у них рождался в доме сын, или же сын приводил домой жену. Население Камолли всего лишь 3000 человек. Это очень развитый туристический город. В Камолли есть множество церквей, музеев, ресторанов, отелей. Приветствую вас в Камолли. Вот какой бар. Видишь, прямо в море. Thank you.
дают квартиру 370 тысяч 90 квадратных метров здесь в Камоле, с террасой, с видом на море. Вот тоже с террасой. Балкон такой, балкон-терраса, отлично. А вот с садом 580 тысяч евро. Такой садик с видом на море. Тоже хорошо. А вот такая современная квартира. Тоже хорошо. А здесь нет террасы. Я лучше выбираю с террасой. А ремонт можно сделать потом. Вот 780 тысяч евро. Отлично, 120 метров квадратных. Тоже здесь терраса такая. Здесь большую комнату. А? А куда сервы? А, такой кран, чтобы поднимать лодки. Tutto va bene. Chissà anche perché cosa? Lui così girata. C'ho una figlia. Non faccio desiderare, vedi? Lo fanno loro, non lo so fare. Io lo vedo bene. Вам бы хотелось терраску вот здесь, с видом на море? Если напишите мне, кому бы хотелось. А вот часы солнечные. Какой закат. Потрясающий. А вот тут терраску хотелось бы вам? И яхту. Какую вы выбираете яхту? Лодочку. Это больше лодки такие. Рыбу ловить. Какая красота, правда? Тысячу раз здесь уже была. И каждый раз восхищаюсь.
А у нас пришло время обеда, и нам нужно подкрепиться. И в Камолли все едят фокаччо аль-формаджо, фокаччо с сыром. Вот вы можете наблюдать, как красивые итальянские повара при вас готовят фокаччо аль-формаджо или пиццу. Они готовят это за стеклом, пока ты стоишь в очереди. Вот такая вот получается фокаччо аль-формаджо. Это типа пицца, но только там идет два слоя теста, и между ними идет сыр. Сыр нужно использовать крещенца или стракино. Вот эта фокаччерия, она прямо на главной площади. А вот тип сыра, это крещенца. Это стракино. Он типа напоминает наш творог, но он более кислый. Типа бри, вот что-то такое. Они раскатывают очень-очень тоненький слой теста. Это просто ювелирная работа, он прямо просвещается, этот слой. Я когда-то пробовала делать фокаччо аль-формаджо дома, но у меня не получилось. Тесто получилось слишком толстое. В общем, я намучилась, все было в муке, поэтому я оставила эту идею. Вот, так как делают итальянцы, вы никогда не сможете сделать. Но напишите мне, может быть, кто-то и сумел сделать. Рецепт очень простой, в принципе. Нужно просто раскатать это тесто очень тоненько. И вот когда они положили стракино или крещенцу на первый слой, это все покрывается вторым слоем очень-очень тонкого теста. Потом они делают руками такие дырочки, чтобы проходил воздух. Ну, даже я вот делала, и вот все равно не то. Все равно эта фокаччо аль-формаджо должна быть сделана итальянцами. Она принимает их энергию, я не знаю, у них вот просто в крови. В крови это умение готовить. Получается очень-очень вкусно. Потом они обрезают бортики такой вот деревянной палочкой и вставляют в печь. Печь тоже специальная. Вот. У меня хорошая духовка, но у меня не получилось. Мы покупаем в Метро замороженную фокаччо аль-формаджо. Когда приходят гости, мы отправляем ее в печь, и получается вот такая вот классная штучка. В общем, мы классно-классно поели и отправляемся дальше гулять по Камолли. Вот такая терраса для всех. Ее называют терраса Бельведер. Терраса с красивым видом в переводе. Очень красиво. Какой закат, правда? Террасу только отреставрировали. Раньше-то ее такой не было. Сделали играть в мяч, например, там на роликах можно кататься. Какой ресторанчик. Прямо в море. Так все красиво задекорировано, прелесть. Еще я хотела рассказать, вот с городом Камолли у меня связана очень интересная история. Когда я приехала первый раз в Италию, я приземлилась в Милан, и мы доехали до Гены. Но я потом расскажу про этот первый день, это отдельная история, очень смешная. И на следующий день у моего итальянского парня, то есть уже мужа, были дела. Он поехал по делам, отвез меня в центр на шопинг и дал мне телефон с карточкой итальянской. И говорит, я тебе позвоню, как закончу. Но дело в том, что эта карточка не работала, ее нужно было активировать.
таким образом, что я должна была бы сделать первый звонок. Но это, я этого не знала. Я думаю, я не буду беспокоить, я не буду навязываться, не буду звонить, как справиться, позвонит. И я тут по Италии хожу сама. Помню, ко мне даже пристал какой-то итальянец, начал на это английском говорить. Они тут вообще не говорят никто никогда на английском. А тут прямо пристал и знакомиться, и все. Я думаю, боже, какие мужчины тут все навязчивые. Ну, в общем, ходила-ходила, я накупила кучу шмоток. Так уже мне начала нравиться Гена. И тут у меня, тут я решила, думаю, ну позвоню все-таки, когда он там приедет. Звоню ему, значит, он уже в шоке, меня ищет по всей Генуе, ездит на скутере, на машине, везде, нигде меня нет, не может найти. А я по магазинам, а я на шопинге. В общем, я говорю, я в центре тут, на площади Феррари, на пьяцце де Феррари. Хорошо, сейчас я приеду. Тут я помню, он приезжает, это был март месяц, у нас в Киеве был снег. Он приезжает на скутере, я в такой тоненькой-тоненькой курточке. Я говорю, что это? Он говорит, поехали на скутере. Я говорю, куда? Он говорит, это будет сюрприз. Ну, поехали. И я первый раз на этом скутере, вот так вот, знаете, романтично сидели мы. И мы поехали в Камолье. Мы поехали в Камолье. Поэтому с этого города, с Камолье, началась моя любовь к Италии. Мы поехали на Камолье, такая красивая дорога, господи, солнце, это море, эти виллы, эти пальмы, эти цветы, все, мы приезжаем туда, там такой красивый закат. Серджио купил фокаччо аль формаджо, купил просекко, и мы, значит, сели на пляже, такой у нас, смотрим закат, едим это просекко, вернее, фокаччо аль формаджо, пьем просекко, и я была... Он меня покорил этим скутером, так что вот Камолье – это в моем сердце этот город, поэтому я решила про него рассказать. Маленькие узенькие улочки с вывешенным бельем. А вот известная сковородка Камолье. У нее действительно кушать. Вот история, как готовили в этой сковородке. Все года. Формат. Вот какие тальяшки. Камолье. А вот тоже. Сразу вспоминается реклама. Проходил конкурс Вилла Рива Вилла Баджо. В одном использовали обычный порошок моющий для посуды, а в другом необычный. Вилла Рива уже все закончили мыть посуду, а Вилла Баджо еще моет. Помните эту рекламу? Вот мне вспоминается эта реклама, когда я вижу эту сковородку. Уже начинается обыкновенная часть Камолье, такие вот дома, стандартные парковки. Сейчас мы идем забирать нашу машину. С парковками в Камолье очень все плохо обстоит, но я вам сейчас расскажу один секрет, где парковать машину. Этот отель, если вы не найдете парковку в Камолье, в него можно заехать и оставить машину здесь. Нужно пойти на ресепшн, отдать ключи. И они взяли с нас за день 10 евро. Но если совершенно-совершенно нет парковки, то
то что делать? В принципе, это дороже, чем бы, если бы мы нашли платную парковку здесь, но... Ну, вот так вот. Очень красивая территория отеля. Очень красивые деревья. Сейчас мы пойдем заберем ключи в отеле, я вам покажу отель. Хотели бы вы жить в таком отеле? Я тоже. Забрали ключи. Очень хорошо. Сейчас вам покажу внутри. Выключи. Давай. Они нас узнали издалека. Какие люди. Какой сервис. Сейчас мы зайдем. Сейчас мы зайдем, чуть-чуть покажем. Вот такой отель. Ну, такое все классическое, в принципе. Ну, здесь себя ощущаешь в Италии. Блюда 24, 10, 12. Сладкое 9, 10. Все-таки цветы и зелень. И пальмы. Где была бы эта зелень? Было бы все совершенно по-другому. Как украшает природа. Понятная статуя без головы. Вот какой фонтанчик. Привет! Даже лифт они сделали, я так понимаю, он совсем-совсем новый. Даже еще пленка есть. Пока, Камоли, пока, отель. Пока. Понравилось это видео про Камоли, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и увидимся в следующем видео. Пока!